Доброе утро, страна. Так, папа нам приготовил завтрак. Что это такое? Она спит еще, что ли? У нас Каролина заболела, что ли? Ты слышала, как она? Что с твоим голосом? У нее вчера голос начал меняться. Мы вчера влог не снимали, потому что мы вчера целый день проспали. И только под вечер мы вышли погулять, покупаться. Мы с Маргаритой очень сильно сгорели. И мы просто вообще не могли на солнце выйти. Вчера мы пошли погуляли немножко вечером. Купили попыток. Такая бабочка. И тут почему-то цифры. Почему цифры? Кто объяснит? Это какая-то игра, наверное? Тут еще есть плюс, минус, наверное, примеры решать. Полезная. Полезный попыт. Не только вот так вот тыкать, но еще и примеры решать. Знаете, сколько они здесь стоят? Смотрите, вот этот мы, у нас вот такой вот за 10. Стоит 10 долларов. А тут 3. А здесь мы купили за 3. Этот стоит 4. Этот стоил 4. Вот этот 3, а этот 4, а этот 5. Потому что мы купили в другом месте. Ну, в общем, везде разные цены. Это мы уже потом дальше прошли, там другой продавал. Это вот этот очень хорошо кликает. Это плохая сторона, а это хорошая. И в глаза ты питка. Да. Вот этот прикольный. Да, ну большой. Дино. А не было больше больших таких? Да, вот такой вот, мне кажется, у нас бы стоил где-то 20 долларов. 25. А здесь всего лишь 4. Вообще. Там можно было всю лавку скупить. Мне кажется. О, моим ногтям подходит желтый и оранжевый. Проснулся, зайчик. Как дела? Как твое горлышко, не болит? Научи ее хлопать. Вчера такая погода была у нас. Дождь, радуга. Потом опять дождь, мы пошли купаться. Мы потом с Маргаритой, Ксюша осталась дома, не захотела пойти, мы пошли покупались в море. Маргарита себе обувь купила, покажи. Найки. Маденчина. Он не настоящий. Ну, что-то хочешь за 25 евро. 25 евро стоили. Ну, они не настоящие, конечно, но прикольные. Так поносить на годик хватит, вот такие вот. И вот. Как они называются? Джорданы? Джорданы. Максу купили этот автомат. Сегодня у нас какой день? Сегодня у нас вторник. Среда, в четверг мы поедем в Барселону. Завтра, в четверг? Нет, не завтра, завтра среда, послезавтра, в четверг. Да. Почему в четверг? Ты вчера сказала, что в среду. Нет, в четверг поедем. Поехали мы в магазин за краской для волос. А где Ксюша? А, вон она. Не увидела. Хотим посмотреть краску для волос. Ксюша хочет зеленый цвет, да, Ксюш? Только ярко-зеленый. Не такой, который она последний раз красила, такой темно-зеленый, не очень получился, болотного цвета. А она хочет прям такой зеленый неоновый цвет. Если найдем, тогда девчонки будут краситься. Я желтый. То, наверное, краситься будете там, дом, когда домой приедем. Да. Потому что здесь краска смоется, если вы будете купаться. И какие у нас планы на сегодня? Купаться пойдем вечером. Но купаться мы теперь только ходим вечером, потому что мы еще не отошли. У нас еще болит все. И купаемся мы вечером. Мы нашли магазинчик. Кивоко называется, для животных. Зачем? Просто посмотрим что-нибудь для Бонни. Монетку. У меня нет монетки. Макс, на маску. А почему? Потому что маска нужна тебе и Каролинина. А, даже детям. Здесь даже дети надевают маски. У нас нет. Ты мне у нас маски со скольки? С 10 лет, да? Нет, с 12. С 12 лет у нас в маске нужно ходить. А здесь всем. А, не наденешь. Купили мы для Бонни. Нельзя было там снимать. Запрещено. Взяли мы вот такой вот пакетик, потому что он здесь намного дешевле, чем у нас, и мы в запас. И как раз у нее там меньше половины, да, осталось, Марго? Это мини-пакеты. Покажи, да. Угу. Так, взяли ей игрушки, вот такого странного, который понравился папе. Инопланетянин вот такой, с одним глазом. Это я люблю смотреть. Он пищит хоть? Нет, вообще ничего не делает. Вот такой вот гамбургер.
взяли. Бонни будет кушать. И шампунька для Бонни, потому что у нее тоже закончилось. Чуть нигде нет краски для волос. Такой, которую мы хотим. Как она называлась? Вот. Только вот эти вот, видите? Но это вот здесь цветник. Нет, это просто спрей. Короче, нет тут краски, которые мы искали. Надо в Меркадона. Меркадона? Угу. Не знаю, есть там или нет. Потому что мы вчера были в Меркадоне, там не было. Нам нужен водостойкий крем. А у нас не водостойкий. От солнца. Получается, мы покупаемся и нужно опять наносить. Привет. Вот этот вот, наверное, надо почитать, чтобы он был водостойкий. Так, мы хотим найти мочи. Я знаю, что здесь продают мочи. Мороженое Star Wars. Что-то мы не нашли, нету здесь. Это мед. Они, видимо, тоже не во всех магазинах. Вот это мед. Ага. Не во всех магазинах они продаются. Возьмите любое другое. Такое у нас тоже продают. Чипсы. Какие вы хотели попробовать? Такис. Такис. Мы их уже пробовали. А здесь они продаются? Не продаются. Сколько тут разновидностей чипсов, а? Мы взяли уже оранжевые. Всякие разные, на любой вкус. Там только были одни, там они оранжевые. А Доритос тебе уже не нравится? Нравится. Вот Доритос. Ага. Все, взяли? Да. Пойдемте дальше. Ксюша хочет шпроты, а я не знаю, как они здесь вообще называются. Шпроты? Да, да. Вот эти. Вот тут эти. Не, вот это, по-моему. Возьмем? Сардинас. Нет, я здесь я вообще никакие никогда не пробовала. Ну с каким маслом ты пробовала? С простым маслом. Ну оливковый не такой. С оливковым я не пробовала. Можем хлопья на завтрак. Надо вам? Да. Посмотрите, какие хлопья. Может быть, какие-то, которые мы еще не пробовали? Ну давай. Может быть, давай что-то. Это у нас такое есть. Да? Такой тоже пчелка у нас есть. Да. Тигр. Смотри, Орео. Да, Сеня! Такое мы, по-моему, не пробовали. Мы не пробовали такое? Не пробовали. Нет? Возьмем давай такое. Только молоко надо взять, у нас молока нет. Ага. Все, наполнили две маленькие тележки. Ну, не нашли краску. Что не нашли? Краску. А, краску не нашли, да. Будем искать. Так, мы завтра хотим сходить в зоопарк. Небольшой такой. Зоо-авентура. Хардин де папагайо. Черепашки, кенгурушки, попугайчики. Бабочки. Хватит уже пищать, это для Бонни. Маргарита. Еще раз. Приехали на заправку немножко подзаправиться. Здесь, кстати, цены хорошие на бензин, на дизель. Приехали. Бонни нас уже слышит. А ключей у нас нет, папу надо ждать. Вот это наше окошко. В комнату девчонок. Бассейн. Девчонки сейчас хотят покупаться в бассейне немножко, потом пойдем на пляж. Вы кушать не хотите? Не голодные? Или с собой возьмем? С собой. С собой возьмем. Бургер! Дай ей, дай ей. Осторожно. Все, неси свой бургер. Ну, ой, Дима, мне нравится. Приятного аппетита, Бонни. И сегодня море какого цвета? Вчера такого не было. Оно прям такое светло-бирюзовое, потом темно-бирюзовое и синее. Очень красивое. Мало людей сейчас. Ну, давай продегустируем, я не знаю, какие они будут. Бонни! Ну как? Вот так вот бери рыбку и все, она сейчас будет, конечно, ломаться. А там есть эти... Косточки. Да, но они мягкие, они вообще даже не это. Вкусно? Папа такой не ест.
Почему? Сейчас попробую показать. В общем, вот как я загорела. Я два попробую. Не пойму, как я так лежала, что у меня все пятнами. Здесь тоже пятна белые, не знаю, то ли от волос, в общем. Надела купальник? Надо. Фиолетовые пятна. Где? Вот, вот это фиолетовые пятна. И у нее вот такое пятночко беленькое какое-то. И вот здесь тоже пятна. Хорошие. Вы любите обязательно это сделать. Все, мы идем в бассейн. Купаемся в бассейне, а потом пойдем на пляж. Папа опять не будет купаться. Он приехал на море и вообще не купается. Все, побежали. Никого нет. Но ветер сильный дует. Ветрено сегодня. Ну, купайтесь, пока никого нет. А, холодная! Ой, холодная, ё-моё, какая она холодная. Давай, прыгай. Лучше сразу прыгать, да? Один, два, три, прыгай. Один. Мама, смотри. Мама. В море намного теплее, водичка. У Каролины, что-то с голосом. Мама, сейчас и вот я. Да. Покажи, как ты кувыркаешься. Опа. Каролин, смотри. Мама, теперь вот так. Мама. Давай. Раз, два, три. Мама, я хотела с ней. Так. Каролина, только здесь купайся, пожалуйста. Все, мы накупались, пойдем на пляж. Они все кушают и кушают. А почему вы ушли от нас так далеко? Мы тоже хотим. Папа пошел у нас с Максом подстригаться. Уговорили Макса подстричься, сделать какую-нибудь модную стрижку. Я хотела зайти с камерой в море, чтобы поснимать, как мы купаемся, но я испугалась, потому что волны очень большие, и я боюсь, что я утоплю камеру просто. Когда же домой пойдем? Не знаю, пока сидим, солнышко садится, мы сидим пока. Все? Иди сюда, садись. Покажи свою стрижку. Ух ты! Круто! А тут что столько с одной стороны? Почему там? Ну вот. Тебе идет. Все, пошли мы домой, потому что папа хочет кушать. Осторожно. Ну, пойдем в ресторан. У тебя же палец кушать? Болит. А? Пиццу, а потом туда очень далеко пойдем, с этой стороны, би-би-би. Угу. Туда? На машинках кататься. На велосипеде. Там типа велосипед-машинка. Крутить надо педали. Я буду кушать. Выглядит как машина, но ты крутишь педали. Папа хочет кушать пиццу. Пицца! Маргарита! Пицца Маргарита! Руфай! Не прыгай в лифте. Ты хочешь застрять? Не надо, застрянет. Все, пора. Он нас ждет. Привет, Зайка. Привет, хорошая. Папи! Привет, Тимар. Папи, я рады, Так, сегодня наш ужин. Пицца. Опять пицца. Вкусная? Да? И испанское блюдо паэлья. Очень вкусное. С морепродуктами. Рис. Можно попробовать? А? Попробую, конечно. Креветку хочешь? А пиццу можно вашу попробовать? Вкусная? Так, выбираем мороженое. Есть то какое. О, там Леди Баг. Леди Баг, Каролина. Это какой-то львенок. Вообще прохладненько. Пока. Пока. Я с собой Побежала. Алло. Ксюша взяла с собой спортивный костюм. Нужно вечером надевать. Зеленый, который. Чтобы холодно не было. Давайте вечером. Заходим. Давайте. Уже 12 часов ночи. Давай, заходи. Марго. Мы Бонни оставляем телевизор, чтобы ей скучно не было. Вот это она телевизор смотрит у нас.
Ванечка, привет! Привет, зайду! Ах, она украла хлебушек со стола. Лежала тут на кровати и грызла хлебушек. Пойдем выгрузим Бонни. В руки возьми ее. Ой, типа, чего? Потому что она написит там где-нибудь. Не побежит. Она поводок ударилась. На что? Поводок. Так, сейчас прогуляемся немножечко. И домой. Машины расчесывают песок. Причесывают, приглаживают песочек. Чтобы на утро он был красивый, ровненький. Да? Бонни, на травку иди. На травку, на травку. Все, чистим зубки. И спать. Все устали. Щунчик уже лежит, у нее опять пальчик болит. Ноготь опять врастает, я ей немножечко подрезала и кремом намазала. Больно? Пройдет. Все, спокойной ночи. Не холодно? Все, спим. Всем пока. Пока. Тебе тоже пока. Тебе тоже пока. Дай лапу. Лапу дай. Все, пока. Всем пока, ребят. Спокойной ночи. Пока. Пока. До завтра. Завтра в Барселону едем. Точно, то есть послезавтра. Нет, уже завтра, потому что уже ночь. Завтра в Барселону. На целый день.